Казанская семья Самотиных готова к отдыху на любой лад. Накануне катались на коньках, а сегодня взялись за лыжи и салазки. Но мы вообще стараемся в новогодние праздники и в любые праздники, выходные побольше на воздухе проводить с семьей, тем более у нас хорошо сейчас в Казани. Горка такая вещь, когда ведь сверху может быть лучше, но лучше приятнее оказаться внизу. Вот и шеф! Как ощущение! Шеф! Замечательно! Горизонтальный лед тоже зовет. Многие облюбовали заработавшие заморозками катки. Лед хороший. Отлично. Супер, супер. В эти дни и просто гуляющие по улицам могут встретить сказочных героев и приходящие с ними праздничное настроение. Собака ждет. Где? Во всех парках Казани в новогодние праздники будут устраивать различные представления. Каждый день в парке у нас происходит какая-то программа. То есть с утра до вечера играет музыка, есть интерактивы с ведущим. Прям, знаете, классно. В сказку с детства окунулись. Мы с Тольятти отдохнуть приехали в Казань. Очень красиво, понравилось. В данном случае, кто не успел, тот не опоздал. Поднять себе настроение и вкусить все прелести новогоднего отдыха можно как минимум до конца этой недели. Дмитрий Айрин, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань.